Экс-чемпион организации KSW среднего дивизиона Михал Матерла арестован польским спецназом. Правоохранители полагают, что польский боец может быть задействован в деятельности организованной преступной группы. Атлетическая комиссия штата Невада на основе двух положительных допинг тестов дисквалифицировала бойца UFC Брока Леснера на 1 год. Кроме того, боец UFC должен выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов. Глава Беллатор Скотт Кокер заявил, что если Джордж Сент-Пьер будет полностью свободным агентом, то, конечно бы, он хотел переговорить с ним.